Дітям, які в цьому році вже проходили медичний профілактичний огляд та отримували форму 086, повторно цього робити не потрібно, нагадують у Департаменті охорони здоров'я. Ця довідка дійсна протягом календарного року. А от першачків обов'язково має оглянути лікар. Куди звертатись батькам, щоб пройти профогляд, та як він проходить, дізнаєтесь у наступному матеріалі. Ідучи до школи 1 вересня, кожна дитина має мати ось таку довідку, яка засвідчує стан здоров'я дитини. Щоб її отримати, потрібно звернутися до Центру первинної медико-санітарної допомоги, до свого дільничного педіатра або сімейного лікаря. Добрий день. Ми прийшли пройти профогляд. Хорошо, проходіться. Так. Як тебе зовут? Ладно. Ладно. Сколько тебе років, Ладно? 7,5. 7,5, да? Так, вы на учете не состоите нигде у специалиста, мне все нормально, да? Жалоб никаких нету, не болел. Будешь дышать, да? Так, нормально, будем дышать. Сердечко. Хорошо, все, хорошо, показал горлышко. Молодец. Пусть, какие у нас сказали? У нас есть приказ министерства, вот, по которому мы знаем, какие дети нам у нас подлежат всестороннему осмотру, то есть осмотру всех специалистов, и какие дети осматриваются только узкими специалистами каким-то определенно, или же участковым, только участковым педиатром. Вот, и по приходу, если ребенок 6 лет, 11, 14, то он подлежит всестороннему осмотру всех специалистов, и включая педиатра. Если же это ребенок 8, 9, 10, значит, он осматривается педиатром. То есть я смотрю на его состояние и общую оценку всех органов системы делаю. И, естественно, смотрю в карточке, состоит ребенок на диспансерном учете, не состоит он на диспансерном учете. И уже исходя из этого, если нуждается какая-то консультация узкого специалиста, я направляю его. Обязательно проводится проба профия для выяснения, какая группа по физкультуре должна быть у ребенка. Основная, специальная или подготовительная. Вот, проба профия оценивается по физической нагрузке. То есть ребенок определяется проба, пульс в состоянии покоя, потом определяется, делается физическая нагрузка приседания 30, и потом считается пульс в первой минуте восстановления и на последние 15 секунд восстановления. И уже умножая на определенные коэффициенты, мы получаем показатели. И уже по этим показателям, по этой таблице мы определяем группу физкультуры. Если он хорошо восстанавливается, то есть ребенок не имеет никаких хронических заболеваний, вот, то это происходит быстро, и показатели хорошие, и группа физкультуры основная. Если же ребенок немножечко тяжело, имеет какую-то хроническую патологию, то, естественно, здесь уже он ослабленный, и он не может заниматься в основной группе по физкультуре и занимается в специальной или подготовительной группе по физкультуре. Якщо ж дитина пройшла медичний профілактичний огляд в квітні, в травні 2012 року, то її проходити наступний профілактичний медичний огляд в квітні-травні 2013 року. Тобто діти ті не потребують зараз проходження профілактичного медичного огляду. Діти, яким виповнили 6 років і які йдуть в перший клас, вони їм зобов'язана кожна дитина мати форму 086, тобто пройти профілактичний медичний огляд. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».